Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Квартиры в Кировской области доступнее, чем в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Рейтинг стоимости недвижимости составил Росстат по итогам первого квартала этого года. Наш регион стал одним из лидеров по дешевизне как первичного, так и вторичного жилья, сообщает бизнес-новости в Кирове. Согласно данным статистики, стоимость одного квадратного метра на первичном рынке в Кировской области составила 37 820 рублей. Соседями по рейтингу стали Пензенская и Оренбургская области, где квадрат в новостройках обойдется покупателям также в 37-38 тысяч рублей. Самым дорогим оказалось жилье в Нижегородской области и Республике Татарстан – 61 и 53 тысячи рублей за квадратный метр. На рынке вторичного жилья ситуация схожая. Квадрат вторички жителям нашего региона обойдется в среднем в 41 тысячу рублей. Самое дорогое жилье в Приволжье – в Нижегородской области – 63 тысячи за квадратный метр, а также в республиках Татарстан и Башкортостан – 56 и 50 тысяч рублей соответственно. Дайджест недвижимости. За ходом капремонта в Кировской области можно будет следить в режиме онлайн. Камеры на объектах установят подрядчики, сообщает портал «Свой Кировский». Видеонаблюдение появится в многоквартирных домах, где работы начнутся в этом году. Сначала их будет 10, рассказал директор регионального фонда капитального ремонта Павел Сысоев. По его словам, жильцам не придется платить за установку и обслуживание веб-камер. Необходимость их установки пропишут в договорах с подрядчиками. Первые трансляции капремонта в сети появится на сайте фонда капремонта уже летом. Напомню, в этом году в Кировской области собираются отремонтировать более 1000 многоквартирных домов. Дайджест недвижимости. В Кирове в апреле подорожала аренда складских помещений. Рост арендной ставки составил более 12,5%, со 190 до 214 рублей за квадратный метр, пишет информационно-аналитический портал «Рекиров.ру». Производственные помещения прибавили 1,5%, средняя арендная ставка 145 рублей. Квадрат торговых помещений в среднем по городу вырос на 0,5%, с 503 до 510 рублей в месяц. Средневзвешенная арендная ставка за 1 квадратный метр в офисных помещениях осталась без изменений и составляет 396 рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.